Позвольте от Белорусского союза женщин обратиться с приветствием к значимому международному форуму, который сегодня проходит в Армении. Этот форум посвящен неприходящим традиционным ценностям. Это традиционные семейные ценности. Это традиционные ценности человеческих отношений. И еще сегодня одна очень важная проблема стоит на территории наших стран. Это недопущение героизации нацизма. И вы все знаете, что в ноябре месяце ООН была подготовлена конвенция по недопущению героизации нацизма, которая поддержана нашими странами. Республика Беларусь, как и Армения, как и Российская Федерация и многие-многие другие страны знают не понаслышке, что такое нацизм, что такое геноцид собственного народа. Мне выпала великая честь. Я посещала место скорби армянского народа и памятник, посвященный геноциду армян. В прошлом году Республика Беларусь начала значимую работу. В прошлом году в Республике Беларусь был принят закон по недопущению героизации нацизма, по геноциду белорусского народа. И сегодня, спустя такое большое количество лет после Великой Отечественной войны, мы открываем на себя новые места страшных преступлений. Каждый клочок многострадальной белорусской земли является сегодня живым памятником тому, что происходило на территории нашей страны и то, что несет в себе страшное слово «нацизм». Прошлый год в Республике Беларусь прошел под эгидой работы над внесением изменений и дополнений в Конституцию и значимыми нормами, за которые проголосовало подавляющее большинство жителей Республики Беларусь, стали нормы о традиционных семейных ценностях, об исторической памяти нашего народа. Дорогие подруги, а именно так Белорусский союз женщин обращается ко всем неравнодушным женщинам нашей страны и нашим дорогим подругам за рубежом. Сегодня у вас очень значимое и важное мероприятие не только для вашей страны, но и для всех наших стран. Мы готовы к сотрудничеству, мы готовы вместе отстаивать традиционные семейные ценности и проводить все мероприятия, которые направлены на недопущение возрождения фашизма и нацизма на территории наших стран и во всем мире.